Дорогие друзья, хочу сегодня поговорить о летних отпусках. И речь, конечно, пойдет о тех людях, кто работает в политике, не получится отдохнуть. Во-первых, не надо списывать нерешенные вопросы на пандемию. Ну и, конечно, надо исходить из того, что летнее время очень важное для того, чтобы не упустить возможности найти новые ресурсы, направить их на решение проблем. В этой связи хочу попросить нашего мэра города Михаила Александровича Исаева поверить в себя, поверить, что такие возможности надо использовать и, конечно, найти решение проблемам, которые на сегодняшний день не решены. Речь идет о том же парке имени Юрия Алексеевича Гагарина в Заводском районе. Мы в прошлом году нашли средства и заказали проект. У нас есть проект, это уже полдела сделано. Мы сможем с вами в этом году уже начать работы по благоустройству этого парка. Вспомните, в прошлом году губернатор заявил о том, что берет под личный контроль обустройство парка имени Петра I рядом с гостиницей «Словакия». Но там пустырь. Стоят машины, найдите решение. Со своей стороны окажу помощь. Действительно, место замечательное для того, чтобы был сквер. Место отдыха для жителей. Давайте с вами вот вопросы нерешенные изучим, постараемся найти их решение и сделать это в летнее время.